Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт. И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как разнообразить ваш Инстаграм, как его красиво подписать, подобрать шрифт, чтобы он был необычным и привлекательным для других пользователей. Итак, начнем с того, что перейдем в сам Инстаграм, вот разберемся. Я уже себе изменил шрифт, у меня здесь был самый обычный, я просто там подписал свои фамилии и все. Но чтобы подобрать примерный и подходящий для вас шрифт, вам нужно знать всего там три слова. Это фон, фронтс, for Instagram, по-моему. For. Вот, фонтс. Точнее, fonts for Instagram. Вот самый первый. Я ссылочку, в принципе, оставлю в описании, в комментариях закреплю. Вот здесь. Вот здесь вам нужно будет написать ваше имя, фамилия. Оно должно быть на английском. Только английский шрифт принимает. Там пускай это будет Томас. Томас. И вот, смотрите, выбираете любой шрифт, который вам нравится. С любым описанием, вот чуть-чуть ниже. Вот, смотрите, можно такой красивый выбрать. Вот вы просто берете, нажимаете на него, копируете, выбираете, сколько вам нужно и какой. И все. Вот смотрите, сколько здесь всего есть интересного. Интересные шрифты, интересные смайлики, добавки всякие. Всякие фишечки необычно. То есть это уже будет для вас что-то необычное, что-то новенькое, интересное. Вот когда вы скопировали что-либо, неважно, переходите в ваш Инстаграм, нажмете редактировать, вот здесь, где ваше имя, вот старое удаляете, а свое вставляете, вот и все. И вы уже как-то разнообразите свою страничку. Такие фишечки нужно знать, и как бы усовершенствовать свою страничку, и вообще для себя полезно, знание это всегда хорошо. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, если вам было интересно. Оставляйте ваши комментарии, делитесь вашим мнением. По лайкам я буду оценивать и подбирать еще подобные лайфхаки для Инстаграма и других соцсетей. Всем пока!